Привет, с вами Игорь. Сегодня хочу показать выработку своей солнечной электростанции за месяц, за октябрь месяц 2020 года. Вот в такую вот пасмурную погоду, сколько она сейчас выдает. Ну и панельки на крыше. Их сейчас не видно, только саму рамку видно. Вот, ну уже это стоит такая погода у нас уже, наверное, среды. Да. В среду я помню еще коллектор. Было солнечно, потом четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вот такая вот погода. Ну, то немного светлее, то немного темнее, но на выработку это очень сильно не влияет. Тут такая вот погодка стоит у нас. Так, сейчас пойдем к ваттметру. Вот мы возле ваттметра. Сейчас посмотрим, как же я тут. Так вот. О, вот строчка от это 193 и 24 киловатт-часа выработала моя солнечная электростанция, 4 киловатта массив за октябрь месяц 2020 года. Вот, вот сейчас вот такая вот выработка в данный момент, 218 вольт, 1 ампер, ну, мощность, это сейчас 220 ватт, вот видите, да? Вот. 220 ватт она сейчас выдает. Такую вот мрачную, темную погоду. Я ее называю черные дни альтернативщика. Потому что ни ветра, ни солнца, ничего нет. Так, еще я хотел показать вам интересный такой вот провод. Это у меня вот этот кусочек провода стоял, ну, тоже солнечный. Вот здесь вот, вот эти кусочки на реле твердотельные. И вот с одним проводком, ну, вроде как медный, но я не знаю уже какой он. Вот что с ним стало делаться, он почему-то как бы стало его разрывать изнутри. Вот видите, вот нигде он ничего не опаленный, не плавленый, ну, ничего тут не горело, не воняло. Вот, но он почему-то лопнула изоляция, и вот там внутри вот такие вот, какой-то белый, сейчас я поковыряюсь, чем-то возьму. Вот видите, какой-то белый такой порошок, и все вот эти жилки, они какие-то стали кусочками прямо. Вот, они все разорвались, я не понимаю, почему это такое. Что это такое? Вот видите, а, кусочки. Тут нет уже целых жил. А. Ну, потом у меня стал контакт пропадать. Я смотрю, в конечном итоге он вообще что-то перестал работать, пропускать. Хотя так вот посмотришь, там вроде бы все есть, оно тут вроде как даже рассыпалось, видите, все. Вот что это? Что это за кабель такой? Что это? Это вообще что-то непонятное. Какой-то вроде как медный провод превратился в какой-то белый порошок, что ли. Я не знаю, что это такое. Вот если кто знает, что это, то напишите, что это за кабель. Может, это не медный, может, это алюминий какой-то. О, ну, на вид он как медный, он желтый. О, видите, какая-то белая гадость, она тут, вот это все повысыпалось, а они все стали жилки поразрываны, я не знаю, ну, на вид медный, на вид вроде медный, все. Хотя, может, он уже, китайцы придумали, как делать на вид медный, только не медный, я не знаю. Может, и такое уже есть. Ну, видите, что с ним. Он не горел, ничего, он не воняет. Нигде не палился, он, ну, не замыкал. Вот такое вот сталося с ним. Вот в одном месте
стало его разрывать. Вот, вроде как изнутри что-то и распирает. И вот такой вот, видите, что от него осталось. Прям все кусочки какие-то. Не знаю, что это такое. Такое первый раз вижу. Решил заснять, какие сейчас бывают, делают кабеля странные. Вот. Сечение тут такое еще и довольно приличное. Где-то, я точно не помню, но, по-моему, 2,5 тут. Вот такое приличное сечение. И вот что от него осталось. Совсем непригодный стал. Да. Ладненько. Такое коротенькое видео было. Всем пока, до следующих видео.